Сапраўдны кошкін дом пабудавалі ў Магілёўскім прафесійным агралесатэхнічным каледжы імя Арлоўскага. У ім знайшлі прытулак некалькі кашэчых. Даглядаюць іх работнікі і навучэнцы каледжа. Да слова, тут наладзілі і супрацоўніцтва з групай дапамогі бездомным жывёлам. З падрабязнасцямі нашы карэспандэнты. Кеса. Кошка Даша – одна з некалькіх, што знайшлі прытулак у Магілёўскім агралесатэхнічным каледжы. У кожнай жывёлы свой складаны жыццёвы шлях. Пад апеку іх узялі работнікі каледжу, даглядаюць і кормяць. Зараз пабудавалі для іх домікі, якія разлічаны на некалькі сем'яў хвастатых. Два ўровня доміка. Да, два ўровня. Што первый, как говорится, этаж второй. З первого, што лесенку зделаць, чтобы могли падымацца на второй этаж. Ну, сюда могут поместиться, как говорится, два кота, могут в одно залезть, там будет места хватит им. У нас был, как говорится, факультатив такие, и делали, где-то примерно 4 дня делали. У каледжы спадзяюцца, что дамы для котов только часовое жилье. Идеальный вариант, и его тут практикуют, коли жывёлы находят постоянный притулок. Более 15 кошек только в этом году было отсюда взято домой учащимися и работниками колледжа. И пример в этом деле подаем и мы, педагоги. Мы свою лепту вносим в это дело, чтобы это был пример не только для колледжа, для учащихся работников колледжа, для всех жителей нашей страны. Вот домики – это первый этап. Летом з'явилась у колледжа и собака в мянушце рыжая. Сегодня она живет у одним из вольеров. Розницу помеж былой рыжей и теперешней зауважили все. Вон, видите, какая еда у нее. Котлета уже не ест. Котлета она уже, да, она уже не хочет. Вот. Косточки любить. Погрызь, вот это она любит. И ласку любит. Доброе ставление до жывёл – обовязок цивилизованного человека, упэўнены у агралесатэхнічным каледжы. И то, как мы выконываем гэты обовязок – показчык сталости грамадства. Катерина Балукова, Александр Тарасов, Новины регион.